Вот это основа у меня питания. Прям вообще люблю. Везде добавляю, делаю кисели шикарные. Вот она так выглядит. Хорошая мука такая. Вообще находка для меня прям. Много ее. Классная штука. Вот у меня и семенальная есть, что она не исключает, что или муку, или семена, и то, и другое. Семена, они способствуют очищению кишечника, улучшению перистальтики. Как бы они задуманы, что их животное съест или птица склюет и перенесет куда-то. И в них встроена программа такая, что они легко, в общем, эвакуируются. Цельное семя. Если хочется детокс-эффект такой сильный, то лучше семя есть. Ну и то, и другое, в общем, я ем. Я смешиваю прям вот на блендере муку, беру вот эту льняную, насыпаю, добавляю семя, вымоченное в воде, льна. Воду добавляю, изюм. Бывают фрукты, ну, какие-нибудь там ягоды люблю я с малиной, со всякими с кислыми, с такими ягодками, там, типа клюквы. Хорошо заходит. Ну, с бананом сильно нравится. Вот с бананом делаю ее. Получается такая пышная масса. Он прям такой взбивается, такой густой, такой пышный, такой кисель получается. Без крахмала, без всего. Но здесь омега-3. Омега-3 жирные кислоты. Все самое такое полезное. Клетчатка нерастворимая. Все вот там есть вообще. Вот. Красота, блин, вообще. Всяческие способы приготовления. Когда лень взбивать на блендере, хотя это легко очень. Просто в тарелочку горячую воду наливаю, вилкой или ложкой быстренько взбиваю это дело, добавляю, например, ложку малинового варенья, кокосовое масло или сливочное. Получается такая вкуснятина вообще. Нужно с орешками делать, со всякими там, с арахисом. Если... Ну, хочется такого вкуса арахисового, например, там, или как халва. Вот у меня вот семена еще такие вот есть, пророщенные, в общем, слегка подсолнечное семя добавляю. Можно добавить курагу, изюм, ну, любые сухофрукты, в общем. Если хочется хорошего детокс-эффекта, можно добавить чернослив. С черносливом будет такой черносливовый кисель. Ну, для разнообразия, что вот хочется будет черный черносливовый кисель. Хочется, допустим, там орехового. Добавила грецкие орехи, будет такой ореховый вкус. Там кофейка чуть-чуть добавил, будет кофейный вкус. Хочется кислого, смородины, ягод добавил, будет смородиновый кисель. Ну, то есть, тут вообще многообразие вариантов. Можно с какао делать, шикарный такой будет шоколад. Шоколад добавить, будет густой шоколад. Везде можно добавлять выпечку, в хлеб добавила, оно будет склеивать, как бы там котлетки всякие из гречки. Ну, веганы используют вот именно семя льна для скрепления, он как яйцо. У него даже вот свойства эти, в общем, не только скрепляющие, но и там вещества такие же полезные, как в желтке яйца даже есть. И вот везде можно всяких лепешек, тортиков, что только не это. Все можно налепить из нее. Идея миллион прям. Вот. Мне прям основа. Вот хочется поесть, не хочется отяжеляться. И хочется такой вот детокс. Питание легкое, сытное. Я по-быстренькому раз его и это вперед с песней. Наедаешься тарелищу, съедаешь целую. Красота вообще вот не приедается. Мне вот не приедается. Я говорю, разные делаю. То с ягодами, то с орехами, то с семенами. Там, да, вот вообще не надоедает даже. Я снова прям вечером, например, захотелось есть. Ну уж лучше вот съесть киселя тарелку. Зато с утра будет отличный вывод токсинов. И они вбирают как сорбент в себя. То есть ночью, если залеживаешься, лежишь долго, да, там токсины начинают подниматься, а он его все это дело успокаивает, сахар снижает. То есть, если что-то сладкое съел, вот желательно закусить вот таким делом. И он будет... Он вообще аппетит снижает. Жор вот этот убирает дикий. Он как бы так балансирует. Делает нормально все. Хорошая штука. Сильно люблю прям.